Ну, а зараз про неприємну ситуацію із столичним таксі, не пов'язану зі снігом. Вхопив за ноги і викинув з машини. У столиці черговий скандал з таксистом. Водій привіз пасажирку не за адресою, а коли та попросила доставити її все ж таки за місцем призначення, той нецензурно облаяв і викинув дівчину з автівки. Вона встигла зафільмувати усе на телефон. Давайте подивимось. Значит, смотрите, высадил. Вы меня высадили не по адресу. Выходим. Вы меня высадили Выходим. Не по адресу. Выходим. Вы меня высадили не Выходим. По адресу. Вы будете рассказывать. И что? Я... Выходим. И что? Значит, смотри. Вот номера. Вот номера. Вот чмо, которое меня тупо выкинуло. Вы что? Посмотрите на него. Ты что? Или что? Я тебя сейчас перебью тут отца. Да ты что? Ну все.